В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. На улице Заводской водитель классики не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение. На место аварии пришлось выезжать медикам. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Авария произошла 19 июня в 7:10 вечера у дома 17 по улице Заводской. 20-летний водитель ВАЗа 7-й модели разогнался и врезался в ограждение. Жесть. О том, что на этой машине, кроме ржавчины, есть еще и жесть, очевидцы догадывались и предложили сдать машину в чермет. По словам очевидца рулевого классики, травмы головы, его увезли в травмбольницу. О состоянии водителя в момент ДТП неизвестно. Они сказали, что я кого-то износила, я никого не знаю. Максим, сколько вам лет? 20, у меня жена. Назад в лихие 90-е. Беспредельщики на «Ладе Гранта» после рядового конфликта в ночном клубе увезли молодого человека в лес возле поселка Садаковский и сильно его избили. Это якобы была месть за изнасилованную девушку. Они сказали, вот цепочку золотую снимай. Я говорю, это моя мама подарила. Телефон у меня забрали. Они говорили, вообще, сейчас возьмешь лопату, откопаешь себе яму, зарываем тебя. Вскоре в Садаковском сотрудники полиции задержали подозреваемых. Это трое молодых людей и девушка. Где, откуда ехали? Садаковского района. Садаковская, что там делали? Катались. По факту незаконного лишения свободы, побоев и попытки разбоя проводится проверка. Задержанным грозит уголовная ответственность. Жаркими танцами отметила победу российской сборной в матче с Египтом. Девушка на юго-западе. Вечеринку устроили на проспекте Строителей у ночного клуба. Разгоряченная дамочка залезла на крышу Audi, демонстрировала свистящей публике откровенные движения и свое нижнее белье. Да не, она всем нравится, просто у нее такой букетик там. После танцев на автомобиле звезда вечера спустилась на землю и продолжила шоу. К ней присоединилась другая девушка и молодой человек, который пытался станцевать брейк-данс. Все это время одно из интернет-сообществ вело прямую трансляцию. Скорее всего, на утро дамочка проснулась знаменитой.